В Тюмени сегодня прошла акция «Судебные приставы детям». В одной из парикмахерских бесплатно подстригли 6 ребят из многодетных семей. Их отцы отказались выплачивать алименты. Всего в регионе таких неплательщиков более 7 тысяч, а общая сумма долга превышает 500 миллионов рублей. В случае неуплаты должником алиментов назначается уже административная ответственность. Это привлечение к обязательным работам, либо арест до 15 суток, либо штраф 20 тысяч рублей. Добавим, что в рамках акции судебные приставы ежегодно организуют сбор денег для детских домов, а также проводят праздники для их воспитанников.